понял, что кризис уже наступил, когда на дверях швейной фабрики увидел объявление «Ремонт масок». Подписываемся и слушаем дальше. Послал малого за колой. Он вместо колы принес квас и сказал, что в школе сказали, что кола вредная. Вы когда-нибудь пили виски с квасом? Липтико. Дед Петруха заблудился в лесу. День бродит, второй бродит, третий бродит. На четвертый день смотрит, поручик Ржевский идет. О, как я рад вас встретить! Я уже четвертый день как заблудился. Поручик Ржевский говорит, а что толку, я уже месяц как заблудился. Старик со старухой в деревне купаются в огороде. Вдруг смотрят, летит аист, а в клюве держит ребенка и приземляется прямо к ним в огород. Старик поднимает голову и говорит, вот дочка из города весточку прислала. Приходит дед Петруха в аптеку и спросит таблетку от икоты. Аптекарь как дал ему по морде. Дед Петруха и говорит, что вы делаете? Аптекарь говорит, ну вот, теперь у вас нет икоты. Дед Петруха говорит, ну зато у моей старухи есть. Подписываемся, кликаем на колокольчик.